Всем привет! Записываю видео о поездке на Сурка. К сожалению, из-за отсутствия времени абсолютно нет возможности смонтировать нормальный ролик и оперативно его выложить на канал. На Сурка мы ездили в июле, сейчас уже конец октября. Времени по-прежнему нет, поэтому решил записать так, как получилось. Это, наверное, лучше, чем никак. К сожалению, тоже красивых выстрелов на километр и больше записать не удалось. На камере будет выстрел попадания там порядка 430 метров. По факту самое дальнее попадание в этот выезд было 950 метров. В предыдущем году 1020 метров. Была еще стрельба, но там дальномер ошибочно замерил информацию, и по факту оказалось 1440 метров. Поправки, соответственно, были неверны, и попаданий не было. В общем и целом, охота удалась. Согласно лицензии, все сурки были взяты. Ездил я с товарищем, и он тоже остался доволен поездкой. Из этого ролика будет пару моментов, которые, наверное, будут важны, а именно с точки зрения вот стрельбы на дальней дистанции. Возможно, они будут кому-то полезны. Я вставлю несколько вставок, именно записанных непосредственно на самом, ну, на месте проведения охоты. Охотились в Оренбургской области. Вот, ну, собственно, сейчас вставлю еще, наверное, с первого дня охоты, потом со второго, с третьего, то есть такую небольшую нарезку. В первые дни был очень сильный ветер, порывистый, причем он постоянно менялся, поэтому очень сложно было сориентироваться. Он дует то 3 метра в секунду, то 5. И, соответственно, поправки то одни, то другие при стрельбе на дальние дистанции — это очень актуально. Значит, вот сделали мы сейчас один выстрел. Точнее, два выстрела. Очень сильный сегодня ветер. Вот, сейчас я... Так, разряжено, да? Сегодня ветер очень сильный, очень порывистый. То есть вот сейчас 3 метра в секунду, порывами 4-4,5. То есть очень сильно ветер меняет направление. Стреляли мы вот туда. Дистанция 510 метров. Сделали, значит, два выстрела. А вторым взяли. Порывы. Вот 5,3, 5,7. Прохладно с утра, 13 градусов. Вот, в то время как, значит, стреляли мы бергером. Вот он, наш бергер. Вот так, наверное, будет видно. 8,7 грейнов. VLD Hunting. Хорошая точная пуля с хорошим коэффициентом баллистическим. Значит, стреляем двумя винтовками, 243 калибр, блайзер и Дика Т3 Супервармин блайзер в охот контуре, тонкий ствол, прицел Night Force NXS, получается 5,5 на 22 на 56 с зиростопом. Поправки у нас были 9,5 минут по высоте и, значит, боковая поправочка порядка 4 минут. 3,75. Слишком сильный ветер боковой. Вот. Сейчас посмотрим мы. Так, что там у нас здесь? Здесь не видно. Сейчас я попробую посмотрю в трубу. Да, вот я вижу, его лежит он. Лежит.
Значит, напарник мой идет. Вот он у дороги. Я не знаю, на камеру, наверное, видно-то не будет. Вот здесь. Но это мы попробуем отдельно снять. Очень сильный ветер. Но 510 метров и вторым выстрелом у нас есть попадание. Ожидали мы, что ветра не будет, но ветер очень сильный. Сейчас прямо на него идешь, чуть-чуть влево возьми, чуть-чуть влево, влево так вот. Так, стоп, все, вот так вот, прямая линия. Ага, вот так вот, хорошо. Так, теперь чуть-чуть правей. Так, так, еще чуть правей. Все, стоп, стоп, по прямой. Нет, получается как-то... Сейчас левей, левей. У меня-то прямая линия, я, получается, через трубу смотрю. Ну вот сейчас правильно идешь, вот да, вот так вот, прям вот так вот, ни влево, ни вправо, вот по вот этой оси держись. Ну, я теперь эту сучину вижу, она далеко достаточно, по полю пшеничному. 510 метров дистанция. Значит, ты правильно замерил. Ну да, померил правильно. Прямо на него идешь, прямо вот на него идешь. Да, я его вижу. Так, вот, значит, 510 метров, значит. Какая красота. Женщина. Я понял. Ну-ка подними. Я попробую в трубу записать. Ну, посмотрим, попадание-то найдем. А мужик в норке кричит. Ну, сейчас доберемся до него следующим. Ладно, все, возвращайся. Вот он, сурок. Очень сильный ветер, холодный, 13 градусов. Вот, дистанция 510 метров. Взяли сурка вторым выстрелом. Вот напарник даже в спальный мешок замотался, потому что ветер очень сильный и холодный. Но я считаю, что хорошо при таком ветре порывистом стреляем с холма и при 510 метрах. Вот, чтобы было понятно, сейчас я покажу. Вот, вот там вот за дорогой на горизонте сейчас вот он идет. Вот там. Сейчас вот я еще раз. Вот он, видно его в кадре. А так его даже и не видно. Вот сейчас появился вон точечка, вот антенна. И вот точка над ним, это вот он идет. Ну, собственно, вот такой вот, значит, у нас первый трофей. Два выстрела, вторым, повторюсь, на 510 метров взяли мы. Значит, сейчас продолжим тогда съемочку. Как говорится, с полем. Так, значит, вот сурок у нас сидит. Дистанция километр. Вот эта точка. Это
Сейчас я попробую зум включить, если получится. Очень сильный мираж, конечно, прям. Нет, с зумом не получается. Так, сейчас мы убавим на ноль. Так, что-то не то, не фокусируется. Я хочу в телефон. А, вот, все вижу. Вот он, вот он. Вот он. 1000 метров вот сурок сидит у нас. Сейчас будем, наверное, пробовать мы. Мираж очень сильный. Очень сильный, все плывет. На максимальной кратности даже невозможно смотреть в трубу. Так, сурок тот на 1000 ушел, пока не вылез. Вот. Здесь проводим мы мониторинг, смотрим, что где. Сейчас проедет только вечер, еще начинается. И вот я сейчас смотрел в трубу здесь вот так вот раз, и там вот в траве сурок появился. Сейчас попробую показать. Так. Он прямо просто как чекист стоит и смотрит. Так. Да что такое, он нырнул. Подлец. Как на месте? А, все, понял. Труба сдвинулась вправо. Секунду. Вот он. Сейчас попробую. Что ж такое, не могу навестись на него. Вот он. Вот он. Бандит. Вот он стоит и смотрит. И слушает. Но дистанция маленькая, поэтому стрелять не будем. Тут как бы не промажем-то 100%. Но это... немножко не спортивно. О, нырнул. Вот нырнул. Вот как четко видно. Это даже вот на минимальной кратности вот такая картинка получается. А так по факту, если посмотреть, вот там вот он где-то. Ну, смысла нет, слишком близко. Будем сейчас искать подальше цель. Так. Обнаружены, значит, у нас еще вот там. Вот там. Сейчас попробую показать. 763. 763? Угу. Так. Что-то не фокусируется телефон. А, вот, вот, вот. Вот он. Вот они, вот они. Сфокусировался. Что, будем пробовать 763? Хорошо стоит. Пошел куда-то влево один. А второй лежит. Что, кнопка-то не нажимается? Какая? Я не знаю. Точно не нажимается? А вон, они там гуляют, прям как эти. Вот он пошел влево. Нету кнопки. Секунду. Все, батареечка у нас на дальномере. Вот поменяли. Вот такая она. CR2 оказалась. Хорошо, что запасная была с собой. Потому что здесь бы мы ее, наверное, в степях не нашли. Такую батареечку. Сейчас будем пытаться смотреть. Где у нас там пациенты? Так, ну один я вижу, сидит. Один на сурчине сидит. Лежит. А второй левее. Вот, по-моему, о, тут прям который левее-то он это... темный такой, это покрупнее у него, это этот, как его,
Мордочка такой-то, самец, наверное. Только он на медведя-гризли похож. Только очень маленький. Палеолит? Да, такой модель такая. Как карликовый свиньи-пик. Сейчас попробую. Он прям пошел куда-то вообще. Вот по холму можно мерить, наверное, который под ним. Вот он видно, сейчас я как раз его вижу. Наверное, метров 800. Вот один раз он меня померил. Не хочет. По холму не получается, да? Может, тот, который на сурчине тогда лежит? По сурчине еще раз померить. Вот это сейчас, хотя этот открытый, хорошо так это. Ну а что, надо пробовать? Немножко... Куда он понесся-то? Ты по нему меряешь прям? По этому, который на сурчине. А. Ага. Ну что, это? Считаем поправки? Так, сейчас поправочки посчитаем. Так, ну все, я настроился. Вот. Можно пробовать. На нас смотрит. 925 дистанция. Чуть-чуть правее. Лежит он, как бы головой вправо смотрит. На нас. Что такое? Руки заебали, ноги, блядь, обглодали все. Ну это, заживет. Ну что, стреляем? Давай, давай, все. Давай, лови. О! Получается вправо, сильно. Сколько у нас сейчас справа стоит по прав? 3 минуты с половиной. 3 с половиной. Минуту убираем тогда. Ну и я думаю, что по высоте надо где-то полминуты убрать еще. Ага. Ну все, он ждет. Ага, перед мешком гильза. Все нормально.
Так, надо полминуты вертикаль вернуть. Все-таки, ну, назад, то, что мы опустили сейчас. И получается, я думаю, полминуты. Мы же минуту убрали в горизонте. Вот надо полминуты добавить. Ну, то есть вправо. Все окей. Давай. Прям вот перед ним было. Угу. Рядом, чуть выше. Один клик, наверное, уберем вниз. И так, оно чуть лево оказалось. Один клик, давай добавим вправо. Ну прям вообще рядом было. Вправо один клик. Да. Чуть-чуть. Ну там 3.75, наверное, будет. Нет. А, 3.25? Ага, хорошо. Угу. Прямо за ним как будто бы. Но всплеск вот прям на фоне него. Стоит, я думаю, надо перезаряжаться. Он сейчас как поднялся, получается, более как это... Ну и брать надо все-таки, наверное, по центру корпуса. А я что делаю? На такой дистанции, как говорится, уже это. Да. Ага, понял. Чуть выше его идет. Угу. Убрать полминуты вниз. Так, что-то он куда-то делся. Так, а где он? Секунду. Так, не вижу. Где-то он маленечко... Испугался? Чуть-чуть подспрятался, я думаю. Надо выждать маленько. Ну, сейчас подождем. Должен вернуться. Так. 430 метров. Сейчас я попробую, может быть, удастся сфокусироваться. Так. Ага. Ну, немножко ветерочек как послабже будет. Можно стрелять. Ну, сейчас чуть-чуть стихнет. Вот он. Порыв небольшой. Блять, да что он не стихает? Ну... Наверное, можно. Над ним прошел. То есть надо... Ну, вправо чуть-чуть ушла. Один клик можно добавить влево. А это самое... Наверное, один клик убрать. Ага.
Угу. Сука. Я не понял. Не понял я, куда пуля легла. Да чуть-чуть левее легла. Чем надо, да? Ну, значит, боковую одну убрать. Видимо, ветер гуляет. А так пробовать это брать, может быть, не по верхней точке. Ну, сейчас ветер стих. Угу. Есть, я думаю. Убил. Лежит, да? Блять, такое впечатление, что он мертвый. А этот рядом с ним тусуется. Или он это закрыл ему дырку? Может быть, да. Ну, я не знаю, могу достать винтовку. Тогда шлепнуть этого второго. Угу. И все, закроем кино. Ну давай, доставай. Угу. Да, 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 вот сейчас вот правильно идешь. Вот сейчас правильно вот так вот. Там вот прямо по курсу как такая кочка, что ли, темненькая. То ли трава, то ли как вот сено. И вот она, это ориентир, по идее, где-то за ней или рядом с ней. Вот, ага, вот сейчас вот прямо вот так вот, да-да-да, вот прямо. То есть как бы даже правее больше не надо забирать. Вот так вот. Что там видно, что-нибудь, сурчину, что-нибудь есть? Сурчина, да. А вот этот сурок, которого я стрелил, дополз башкой в сурчину, голову опустил в сурчину, а жопа на улице. Ну он лежит нормально, все готов. Покажи его, я это, в трубу как раз, что это, на камеру. Смотри, палец показываю на него. Ну там рельеф местности я не вижу, так что поднимай его. О, вижу. Чё там, куда попадание? Чё там как? В шею. В шею. Где живот, тут кровище. В общем, я ему шею прострелил. Вот я теперь вижу. Шея прострелена, и он дошел. Понял, понял. Ну все, отлично. Все, тогда забирай его. Это. Давай сюда. А дружбан его все-таки нырнул в эту норку, потому что проход был свободен. Ну, дружбан подвел нас, что поделать. Сейчас найдем другого дружбана. Ну что, 430 метров. Ну, нормалек, нормалек, что. Так, вот так вот на 430 метров. Взяли зверя. Ну, не получается у нас что-то с километром все никак, но будем сейчас пытаться именно записать. У нас есть на 700 трофей, вот, а на километр никак мы не можем именно записать. Вот хотелось бы записать, чтобы видно было наглядно, потому что, зная, как говорится, YouTube и аудиторию, то есть там все сразу начнут там, да вот, там на 100 метров стрельнули, там, потом сказали километр, то есть, ну, народ же у нас такой. Все только комментарии могут писать, все специалисты такие прям. Вот, поэтому хотелось бы именно записать в онлайне километр. Ну, посмотрим, попробуем, еще охота пока не окончена. У нас еще сегодня день будет до конца заканчиваться по охоте. Ну, вот, в общем, вот так. Значит, стрелял сейчас 615 метров. Ветер практически уже упал. Очень хороший ветер, вот 1 метр в секунду, температура 23, получается 9-24, очень комфортная. Ну, ветра практически нет, то есть ветер дул направление 6 часов, стрелял в ту сторону. Попадание видел, сурок упал. Значит, сейчас едем его забирать. Машина вот пошла. Сейчас посмотрим. Для того, чтобы его найти,
Для того, чтобы найти, необходимо, чтобы машина или человек пошел, а отсюда с трубы контролировать, потому что на таких больших дистанциях в поле уже очень тяжело сориентироваться. Сейчас машина поближе подъедет и посмотрим, я думаю, что лежит. Вот машина на горизонте. Я нашел. Ну как, есть попадание? Да, он нашел. Так, получается, попадание есть. Прошу прощения, дистанция большая, немножко неаккуратно сработал. Сейчас, кстати, попробую дистанцию по машине померить, по это самое. Машина же рядом с ним стоит или нет? Да, почти, тут 7 метров. Я не доехал, потому что здесь канавка небольшая. Понял, сейчас это сяду за стол стрелковый и попробую замерить дистанцию по машине, чтобы точно понять уже, сколько там это метров. А покажи сурка, я в трубу сейчас как раз смотрю. Смотри, средненький. Да, средненький, но я просто вижу, что кишки снаружи. Немножко неэстетично, конечно. Ну, прошу прощения, дистанция большая. Так, вот так вот, значит, есть попадание. Сейчас замерим мы дальномером. Возьмем дальномер и замерим. Сейчас винтовочку в сторону уберем и замерим. Посмотрим, сейчас я скажу, сколько было метров. Значит, померил я расстояние, получилось у меня 630 метров. Сейчас попробую показать в дальномер, в лазерный. Сейчас я мешочек взял как раз, сейчас буквально минуту, сейчас замерю, чтобы точно просто попасть. Так, секунду. Ну, 631. Вот. Это 83 минуты. Вот она цифра. 631 метр. Да, замерил, 631 метр. Так, ну все, вот так вот, 631 метр, было попадание. Последний сурок, закрыли лицензию. Самый дальний у нас получается, значит, был это на 700. К сожалению, километр 1200 не взяли, ветер нам не давал. Только сейчас ветер стих, но у нас уже по лицензии был последний сурок. Вот как-то так. В общем и целом, охота, повторюсь, мне понравилась, и товарищу, с которым я ездил. Хочу подчеркнуть такой момент. Значит, пристреливали мы винтовки при температуре 25 градусов. Но когда мы приехали стрелять на второй день, рано-рано утром на рассвете, это было, наверное, порядка 5 часов утра, температура на улице была плюс 11. И когда я пытался произвести выстрел на расстояние 500 метров, из-за того, что у меня была отключена функция передачи температуры по Bluetooth, программа в телефоне, баллистический калькулятор, она не считывала температуру с метеостанции по Bluetooth. Соответственно, все расчеты производились с учетом того, что на улице 25 градусов, а на улице было по факту 11. Отличалась более чем в два раза температура. И на самом деле это было одним из решающих моментов. То есть я сделал два выстрела и не мог попасть. Честно говоря, не мог даже понять, в чем дело, почему я не могу попасть. Начал выяснять, смотреть все настройки. Но потом, когда я нашел тумблер, который отвечает за передачу
температуры по Bluetooth с метеостанции в сам калькулятор баллистический. Я переключил этот тумблер, нажал кнопку «Рассчитать», и при тех же значениях расстояния и ветра у меня поправки поменялись там порядка, наверное, 3 минут угловых. На самом деле это довольно большая величина при охоте на сурка, то есть на такого маленького зверя с точки зрения габарита, тем более на дистанции. Вот. Значит, и потом следующий выстрел у меня был уже, ну и все последующие были с учетом того, что включен был этот тумблер, то есть температура считывалась, и, соответственно, калькулятор автоматически корректировал все поправки уже с учетом изменения температуры как в меньшую сторону, в сторону похолодания, понижения, так и в большую сторону, в сторону повышения, потому что скорость тоже пули меняется как в меньшую сторону, так и в большую сторону. Поэтому вот этот момент я просто отдельно хотел проговорить, отдельно я хотел выделить. Очень важный момент, поэтому если будете настраивать программу, баллистический калькулятор, там, в частности Стрелок Про, обязательно включайте функцию считывания температуры по Bluetooth и ее передачи. Вот. И, соответственно, когда вы пристреливаете винтовку, в метеостанции есть функция, ну, то есть, точнее, даже в самом калькуляторе баллистическом в стрелке есть функция зафиксировать атмосферные условия, то есть это влажность, давление, значит, температура и так далее в момент пристрелки. И уже тогда относительно этих данных, при которых пристрелена винтовка в ноль, калькулятор будет производить все поправки, все расчеты на 200-300 метров и так далее и тому подобное. То есть у вас уже будет точка отсчета. Вот этот момент, пожалуй, будет важным и кому-нибудь когда-нибудь пригодится. В основном, ну то есть, скажем, люди, которые вот эту температурную зависимость не учитывают, не могут попасть, и для них остается непонятным, как так получилось, потому что винтовка пристрелена в ноль на 100 метров, то есть там в одну копейку там она попадает, а в сурка вот на 500 метров нет. Ну, то есть вот такой момент. Я специально заострил на этом внимание, потому что, возможно, кто-то когда-то столкнется, и это поможет избежать ошибок, будет полезно. Поэтому отдельно сделал вот такую именно вставочку. Так, ну, в общем, все. Заканчиваем, значит, мы данную охоту. 2019 год, данный выезд. Взяли мы это самое 10, получается, сурков, все по лицензии, по 5 на каждую лицензию. Сейчас стреляли 631 метр вот туда. Сейчас вот машина везет как раз сурка к нам сюда. Вот, замерили еще раз по машине, проверили, правильно ли были поправки. Поправки оказались правильные, 631 метр. Вот, значит, будем собираться потихоньку. Вот, и завтра уже выезжать в путь, дорогу. Ну, собственно, вот как-то так отохотились. Не знаю, может быть, конечно, нету красивых видео там на километр, прям четких попаданий. Но, как я уже говорил, для этого нужен оператор и немножко специализированное оборудование. Вот такие дела. Ну, собственно, на этом все. Спасибо всем за просмотр. Прошу сильно не критиковать. А нас еще ждет долгая дорога домой. На этом я заканчиваю данный выпуск. Всем спасибо за внимание. Всем пока.